20-й съезд КПК, завершившийся в Пекине, в эти дни был в центре внимания общественности всего мира. Ведь то, как будет развиваться Китай в последующие годы, и так или иначе повлияет на всех. Лидеры иностранных государств и политики сходятся во мнении о том, что Компартия Китая, ведя за собой народ, несомненно достигнет цели второго столетия – создания современной модернизированной державы и великого возрождения нации, благодаря модернизации в китайском стиле. И тем самым поспособствует глобальному развитию. Предлагаем вашему вниманию несколько высказываний на эту тему. Под руководством ЦК КПК, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин, Китай идет вперед уверенно и устойчиво. Я неоднократно лично встречался с председателем Си. Он очень мудрый и дальновидный лидер с выдающимися способностями. Наша страна поддерживает выдвинутые им проекты, программу «Пояс и путь», а также инициативы глобального развития и безопасности, от которых мы получили много пользы. Мы уверены, что весомые итоги съезда будут содействовать развитию социализма с китайской спецификой и помогут китайскому народу воплотить цели, намеченные к столетию КНР. Китай уверенно продвигается вперед на пути к великому возрождению китайской нации во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином. 20-й съезд КПК прошел на фоне масштабных перемен на глобальной политической и экономической арене. Уверен, что Китай сыграет ключевую роль в обеспечении мира на планете. Мой первый визит в Китай был в 2020 году, и он был потрясающим. Я своими глазами увидел процветание и бурлящую жизнь в этой стране. Увидел, что люди живут в стабильности и счастье. Великолепные успехи стали свидетельством того, что правительство КНР придерживается концепции развития с акцентом на людей. И 20-й съезд КПК, несомненно, придаст новый импульс развитию Китая. Китайская модернизация наметила для китайского народа путь к общему благосостоянию. Целый ряд решений 20-го съезда повлияет не только на развитие самой КНР, но и всего мира. 20-й съезд КПК имеет важное значение не только для Китая, но и для всей планеты. Путь развития Китая удивляет весь мир. Перед человечеством сейчас предстало немало серьезных вызовов, и без Китая их преодоление невозможно.